Приветствую всех смотрящих. Зовут меня Алексей. Я занимаюсь процедурной генерацией с 2016 года. Это видео – короткая заметка на тему того, что вы можете найти на моем канале и чего вы найти точно не сможете. При ведении канала на YouTube и в творчестве в целом, я придерживаюсь следующих постулатов. Первое. Я делаю только то, что хочется мне, и только то, чего мне не хватает. Я пишу музыку, которой мне не хватает, я пишу код, которого мне не хватает. Я делаю игры и приложения, которых мне не хватает. Я делаю видео, которых мне не хватало, когда я только начинал свой процедурный путь. Если бы такие видео были, на канале бы было что-то другое. Второе. Мои образовательные видео должны быть вечными. Это значит, что материал в них не должен зависеть от времени, даже если сделано сравнительно актуальную тему. В моей ленте много видео, информация в которых устаревает чудовищно быстро. А видео может потерять актуальность за сутки или двое. В случае с образовательными видео – за год или около того. И мне не хватает таких видео, которые можно было бы пересматривать спустя годы, либо же находить впервые спустя все те же годы. Я стремлюсь к тому, что любой человек, который набредет на мой канал, даже когда я его заброшу, смог получить столько же полезной информации, сколько те, кто заставали видео в день выхода. То есть видео не должны устаревать вообще. Третье. Я уважаю своего зрителя. Никаких навязчивых предложений подписаться, поставить лайк, перейти в группу ВКонтакте или задонатить на Бусти. Хотя все эти опции есть, и они в шаговой доступности. Также в своих материалах я опираюсь на то, что мой зритель не идиот, и элементарные вещи ему разжевывать не надо. Четвертое. Растождествление автора с его творчеством. Как человек, я обладаю мнением на многие вопросы, но как автор канала и своего ВК-сообщества, я не отражаю это мнение вообще. Это не блог, люди пришли сюда за информацией на конкретные темы, а не за моей жизнью. Тем не менее, пятое. Открытость. Я всегда открыт для диалога и обсуждения, моя личка в ВК всегда доступна, комментарии я чищу только от спама, никогда не прочь поболтать в Дискорде. Шестое. Своеобразный юмор. Вы могли заметить его проявление в подборе картинок для некоторых видео. Тем не менее, комедийная часть никогда не преобладает над образовательной. Седьмое. Стиль. Все должно быть стильно. Хотя бы в той или иной степени.